Последнее перед летними каникулами заседание сессии парламента наполнили множеством важных и значимых законопроектов. В повестке дня 19 вопросов, среди которых проекты законов о здравоохранении, телевидении, радиовещании и другие. После долгого обсуждения депутаты изменили повестку дня, исключив из нее проекты законов о моратории на разработку, добычу углеводородов, нефти и газа, об уполномоченном по правам человека. В начале заседания депутаты избрали председателя и судью Верховного суда Абхазии. Кандидатура Зураба Агума народным избранникам была известна, ведь совсем недавно они избрали его судьей Верховного суда. Оксана Пилия в судейском сообществе «Человек новый». Ранее она работала заместителем председателя Сухумской городской коллегии адвокатов номер один и преподавателем АГУ. Считаем, что эти кандидатуры действительно достойны, обладают достаточными и знаниями, и навыками, и практическими, и теоретическими, для того, чтобы принести пользу в судебной системе не только Верховного суда, но и всей судебной системы республики. Голосовали народные избранники, как и положено, тайно. Результаты огласила комиссия, которая резюмировала единогласное решение парламента. Поздравив Зураба Агума и Оксану Пиле с избранием, депутаты вернулись к повестке дня, а в ней предстояло рассмотреть еще 17 вопросов. Начали с проекта конституционного закона о количественном составе Народного собрания. Речь об увеличении количества депутатов с 35 до 45 человек. Несмотря на все совершенствования, которые были произведены за это время, сама избирательная система не была изменена, также оставалась мажоритарной. Сам выбор избирательной системы является залогом для формирования эффективной, более эффективной власти, действующей в интересах общества и государства. На протяжении 20 лет действия Конституции избирательная система не подвергалась изменению. Несмотря на отдельное усовершенствование выборного законодательства, она осталась прежней. По мнению авторов проекта конституционного закона, на современном этапе наиболее часто происходит переход от мажоритарной или пропорциональной систем в чистом виде к смешанной системе, которая позволяет смягчить недостатки двух вышеперечисленных систем и использовать их преимущества. При разработке этого проекта конституционного закона, проанализировав действующее законодательство, избирательное законодательство различных стран, мы усматриваем общую такую тенденцию переходу к именно смешанной, от чисто мажоритарных или чисто пропорциональных систем, именно идет такая общемировая тенденция при переходе к смешанной избирательной системе. Этот документ депутаты обсуждали достаточно долго. Выступающие в основном призывали поддержать законопроект. Мы понимаем, что такое мажоритарная система – это живая связь между депутатами и населением, к которому наше население привыкло за все эти 20 лет, за 5 выборов состава парламента. Конечно, полностью его игнорировать, бросать мы ни в коем случае не имеем. В то же время мы должны развивать политическую систему. Если мы получим в лице мажоритарию живую связь с нашими избирателями, в лице партийцев, мы получим, надеюсь, профессиональную часть парламента. Это будет, я думаю, очень хороший симбиоз, который способен делать хорошие дела. Я-то вообще-то был за то, чтобы это не смешанная система была, а исключительно пропорциональная. Но если даже делать смешанную систему, то я считаю, что большая часть должна быть отдана именно по партийным спискам. Но это мы будем обсуждать в дальнейшем. Сейчас я готов поддержать. Да. Однако были и те, кто считал законопроект несвоевременным. По их мнению, еще не пришло время для принятия столь серьезного конституционного закона. На этапе развития нашей государственности, я считаю, что мы чуть торопимся. Мы недавно продлили срок полномочий в местное самоуправление. У нас впереди еще и парламентские выборы, буквально полтора года осталось. В итоге проект закона не был принят. Парламентарии проголосовали против президентской конституционной поправки, предполагавшей реформы. Далее народные избранники обсудили проект конституционного закона о местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия. Речь идет о главах администрации, назначаемых президентом из числа депутатов. Так прописано в законе, однако по факту происходило несколько иначе. Президент назначал исполняющего обязанности, и лишь потом этот человек попадал в собрание. Необходимо административно-территориальное устройство страны, если чей пример мы хотим заимствовать, рассматривать в комплексе.
Помимо центральной власти, в этих странах существует еще региональный уровень власти, который формируется центральной властью. Только лишь потом существуют органы местного самоуправления, избираемые населением. Но если мы говорим об унитарной стране, которая является Абхазией, если мы говорим о том, что главы администрации относятся к единой системе исполнительной власти, то именно вот эта предложенная модель, она и соответствует всей структуре Конституции. Изменения коснутся части 2 статьи 79 Конституции Абхазии, пункта 16 статьи 53, которая в новой редакции позволит назначать глав местных администраций двумя способами. Первый – президент согласовывает кандидатуру с местным собранием. Второй вариант – глава государства выбирает из представленных собранием кандидатов. Мы не готовы. Мы не готовы. Я могу сказать, я был сторонником, ярым сторонником выборов глав администрации. С такой политической грамотностью мы уничтожим абхазское государство. Мы очень многое прошли. И куда мы движемся? Если есть определенная политическая культура, если мы действительно хотим во благо государства, начитаться можно в интернете что угодно. Но надо его приложить к этой земле, к этому народу. Мы это все знаем. Вот вам живой пример. Так что, я сегодня в корне меняю свою позицию по отношению ко всем этим выборам. Я выбираюсь, что мы и этот закон не пройдет. И мы честно потом народу будем говорить, почему не проходите и за что не проходите. Во избежание обострения ситуации вокруг вопроса о наложении моратория на добычу нефти и газа, парламент Абхазии принял постановление о создании парламентской комиссии по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Абхазии. В ее составе представитель от каждого комитета. Однозначно моя позиция по нефти, что нефти на территории Абхазии нефти не место, потому что нефть на данном этапе цивилизационного развития практически несовместима ни с природой, ни с курортами, ни с чем вот с рекреационными делами. В довесок к этому я бы хотел сказать, что для меня существуют три аспекта этой проблемы. Это экологический, и он самый опасный, это экономический и, конечно же, политический. Комиссию возглавляют Алмаз Джопова. В ее составе Тенгиз Агрба, Беслан Губа, Захра Квиквискири, Беслан Цвинария, Леонид Чамагу, Саид Харази, Юрий Зухба и Заур Язычпа. Постановление парламента приостанавливает действие лицензии до окончания работы комиссии. Оно вступило в силу с момента принятия. То, что было сегодня сделано, что был снят законопроект и именно создана комиссия, это говорит о том, что это государственный подход. Нам, депутатам парламента, который потом придется принимать решение, надо знать все. Что за договора, на каком этапе они исполнения, соответствуют ли они нашему законодательству, конституции, желанию, чаянию нашего народа. Так что я целиком полностью поддерживаю создание данной комиссии. Я убедительно просил бы вас, членов комиссии, которые вошли в эту комиссию, чтобы мы, депутаты, которые потом будем принимать решение по заключению вашей комиссии, знаешь, имели полный пакет документов, анализа и тому подобное. И главное для меня, еще раз говорю, органов государственной власти Абхазии. Следующий документ парламентарии обсуждали впервые за 23 года. Проект закона о здравоохранении не скопирован у других стран, а разработан с учетом менталитета Абхазии и будет регламентировать всю систему здравоохранения республики. Была создана депутатская комиссия по разработке законопроекта, данного законопроекта о здравоохранении еще в декабре месяце 2014 года. Но комиссия поработала на славу. На протяжении 20 лет вы прекрасно знаете, что наш народ, не имея, в нашем государстве не имея закона о здравоохранении, мы пользовались порою законами Советского Союза, которого, того государства, которого нету. И той системы тоже нету. Сегодня время изменилось,
И у нас социально-экономическая система сама изменилась, и мы фактически руководствовались в работе в нашей системе здравоохранения порою нормативно-правовыми актами исполнительной власти на местах. Ёмкий закон состоит из 11 глав и 82 статей. Отдельная глава посвящена терминам. Этот документ депутаты приняли единогласно в первом чтении. Положение данного законопроекта содержит революционные идеи, которые требуют широкого обсуждения в обществе. И для решения тех вопросов, которые предусматривает законопроект, одними запретительными мерами невозможно будет решить, необходимо будет в том числе для развития положений этого закона разрабатывать в том числе и комплекс мер экономического характера, социального характера, с тем, чтобы на уровне государства решался вопрос о поддержке молодой семьи, поддержке материнства. И эти идеи требуют, конечно же, широкого общественного обсуждения. Далее депутаты обсуждали проект закона о телевидении и радиовещании, разработанный Ахрабжане. Этот документ, помимо множества новшеств, предполагает и изменения вплоть до названия организации. К примеру, в новой редакции название «Абхазское телевидение» предполагается заменить, вернее, убрать совсем. Новое название «Телерадиоорганизация» более европейское и демократичное, по мнению его разработчиков. Абхазское телевидение стало результатом национального освободительного движения конца 70-х годов прошлого века и на протяжении последующих лет было мощным инструментом нашей государственности. За это время выросли собственные творческие и технические кадры, укрепилась материальная база, появились частные телерадиоканалы. Кроме того, особенно последние 10 лет, все чаще ставится вопрос о необходимости реформировать государственное телевидение и радио, сделать его более открытым и современным. Все это требует новых подходов, правовых инструментов, в первую очередь закона о телерадиовещании. И в случае вашей поддержки настоящего законопроекта и последующей доработки, важнейшая сфера общественной жизни приобретает нормативное регулирование. В заключении Комитета по образованию, науке, культуре и религии, где и разрабатывался документ, говорится, что проект закона неоднократно обсуждался с привлечением экспертов, журналистов и представителей общественности. Однако, как выяснилось, телевизионщики, которых этот закон касается напрямую, ничего о нем не знали. По мнению представителя президента, документ идет вразрез со множеством существующих законов, а этого допустить никак нельзя. По сей день остается не урегулированный юридический вопрос о статусе Национального совета, что это за структура, к какой ветви власти она будет относиться. Сегодня мы знаем, что парламент и президент во взаимодействии формируют органы власти, которые не составляют законодательную и исполнительную ветвь власти, это судебную власть и прокуратуру. Здесь же мы создаем орган по своей природе, соответствующим государственному управлению с контрольными функциями, но он не входит в систему исполнительной власти. Также законопроект, это, данная редакция, ранее этого не было, предусматривает введение косвенного налога, это впервые, чтобы за каждую проданную в Республике Абхазия единицу аудио-видеотехники устанавливался сбор, при этом наше налоговое законодательство не предусматривает такого вида косвенного сбора. Также положения представленного законопроекта идут в разрезе с сегодня действующим законом о СМИ от 2003 года. Так вот, по мнению экспертов и авторов законопроекта, название «Абхазская государственная телерадиокомпания», которое было утверждено в 1995 году самим Владиславом Ардзинба, более не нужно. И еще, телерадиоорганизации необходим национальный совет из 5 человек, который будет изучать опыт иностранных государств и внедрять в работу телевидение. Конечно же, за государственный счет, ведь организацию предлагают все же оставить на бюджете. Большинство депутатов высказались против такого подхода, а некоторые даже настаивали на обсуждении вопроса в расширенном составе с привлечением работников телевидения.
У нас нет закона, который бы регламентировал деятельность и телевидения, и радиовещания. Ведь речь на самом деле не идет не только о государственном телевидении или об общественном телевидении. Речь идет в том числе и о частном телевидении. Отсутствие соответствующей законодательной базы дает возможность для различных манипуляций. Более того, абхазское законодательство предусматривает, что каждый район, на который предполагается вещать телевидению, должен выдать соответствующую лицензию самостоятельно. Сейчас все эти бреши и пробелы будут устранены, как нам кажется. Вы можете спросить, есть ли изъяны в предложенном законопроекте. Я вам отвечу, да, конечно, есть. Абхазское телевидение было мощным инструментом нашей государственной, оно и есть этот инструмент. Уважаемый наш коллега выступил и сказал, что в каждом районе, возможно, будет телевидение, и оно будет изменено, качество телевидения. Я считаю, что абхазское телевидение должно транслироваться по всему миру. В итоге проект закона парламентарии не поддержали. Уже после завершения голосования они стали обсуждать все плюсы и минусы законопроекта. Я с самого начала поддерживал реформирование нашего телевидения. А чтобы начать это реформирование, данный закон, который мы успешно 2 раза проваливали, мы в первом чтении никак не можем принять. Я считаю, что данный законопроект в первом чтении надо менять. Это телевидение всего нашего народа, неопределенной власти, которая вчера была у власти, сегодня она находится, и завтра другие придут. И главное для меня, я это всегда говорю, чтобы любой, который закон мы принимаем, чтобы он не противоречил другим законам, а то будет у нас правовой нигилизм. Реформирование телевидения – это одно из главных реформ, которые мы сегодня обсуждали, одно из главных реформ. Но чтобы опять-таки не получилось, что из этой реформы мы потеряли то, чего мы имеем, чтобы не ухудшилась ситуация. Сразу скажите, и будем знать, и вообще разойдемся, и не будем работать. Люди работают, третий год выносит вопрос. Можно так сразу по повестке первый проголосовал, прошел, второй проголосовал, прошел, без всяких обсуждений, зачем тут глотку брать, убивать или обижаться на кого-то. Хотим знать, я говорю, коллеги, так не бывает. Ваши избиратели должны знать, почему вы не хотите. Ну, неужели непонятно, что политики десятилетиями об этом говорили? Неужели непонятно, что когда мы говорим, нам не хватает программ, проектов, идей, каких-то отработанных творческих концепций, потом берем вот это вот рубим. Это давайте тогда будем говорить, что мы рубим сук, на котором мы сами сидим. По телевидению. Ну, может, это не такой важный вопрос, наверное, я не знаю, возможно. Но столько мы говорили о том, что нет никакой нормативной базы взаимоотношений общества, телевидения, органы власти, телевидение, частное, государственное, общественное и так далее. Без конца мы об этом говорим. И когда мы предлагаем, ну, не совершенно, конечно, вещи, но какие-то опробованные в других странах, десятилетиями предлагаем внести, мы от этого отказываемся. Я не переживаю, мне кажется, может, это общество не готово к этому, я не знаю. Но если общество готово, а мы не готовы, тогда это наша проблема. Последнее перед каникулами заседание длилось более 6 часов. Парламентарии приняли в первом чтении законопроекты об особо охраняемых природных территориях и особых экономических зонах. Низ Фарш, Бабислан Джинджоли, Акоп Кушан, Абхазское телевидение.